Пожалуйста, женщина, я извиняюсь, может быть, это не в теме. За что с нас снимают за мешдару деньги? У меня, например, месяца 4 тому назад прямо в лифте заскочил араб и стащил телефон. Я его еще выплачиваю, мне только он его выплачивает. Он газет не читает, уважаемый. Он не знает, что у нас есть полиция. Если бы он газет не читает. Нет, да, он не знает. Это я скажу, что такое не говорит. Можно еще поддержать? Да, я вообще, что у меня не знаю. А вот у меня катаются на церкви. Тоже газет не читает. Да, вы не читаете. Я заявила, и что? Меня обсмеяли? Можно я самозванка? Ровно о том, о чем я говорила. Хорошо. За последние 3 месяца у нас в Данаевиве, обратите, пожалуйста, внимание, все время есть полиция. Да, подожди, на тракторонах ездят, они мешают им. Полиция ходит по одной улице, они едут на лошадях, а полиция едет тут же, делает вид, что их нет и уезжает. Неправда, то, что вы извините, полиция тут куплена. Полиция тут куплена, я говорю, заявляю вам. Не надо говорить купленной, не надо оскорблять. Почему? Но я не знаю, за что с меня снимают мешдар. Я хочу это спросить. Я их никогда не вижу, я их не знаю. Потому что это мое заявление было в милиции, где оно? Мне еще 2 года платить. Можно? Эти случаи уже 15 лет, сколько я тут. Вы, может, залезете за стол и будете за него отвечать? А чего? Чего вы перебиваете? А зачем лицемерить? Зачем? Зачем унижать людей? А зачем унижать людей? Уважаемые граждане, уважаемые граждане Данаевива. Господа, я уеду ровно через 5 минут. Кого я оскорбляю? Поэтому, секундочку. А что, не жулик? Секундочку. Дайте ответить, человек. Я уеду ровно через 5 минут, потому что мне надо продолжать, поэтому я с удовольствием выслушаю еще 2 вопроса ко мне. Генеральный директор и мэр города решили с вами встретиться для того, чтобы, так сказать, ответить на вопросы индивидуального порядка и общего порядка, касающегося этого района. Есть вопрос ко мне? Есть вопрос. Можно? Чисто полиция по туризму. Можно по туризму? Чисто полиция по туризму. Нам надо место. Да. Это чисто по туризму вопрос. Если есть туризм, должна быть полиция по туризму. Мужчина, уважайте. Ради Бога. Вот, уважаемые господа и жители нашего города. У нас есть проблемы большие и маленькие. И мы видим эти проблемы и большие, и маленькие, мы здесь живем. Мы видим их изнутри. Прежде всего, наши проблемы проистекают и от того, что в нашем городке, довольно большом, нет хозяина. Нет человека, который бы заботился. Столько времени этот товарищ, господин, занимает пост мэра, и он в этот район приехал только тогда, когда уже у жителей города лопнуло всякое терпение. Только из-за скандала. Только после этого стали налаживаться какие-то проблемы. Немножко с вашей стороны некрасиво, что в моем присутствии, и, так сказать, особенно на незнакомом ему языке, делаете ему такую смысл. Это не то, что некрасиво. Сделайте мне одолжение. Не делайте это в моем присутствии. Вы приехали, и мы хотим получить от вас реальную помощь. Вы уедете, пообещали, то будет. А сколько еще маленьких проблем? Вы посмотрите, был прекрасный город. Какой он стал? Грязный. То, что он грязный. Разве вы не прекрасный город был? А чего это? За 7 лет кошек, собак. Теперь, вот говорят про Ганаевик, не про Лу. Работает полиция. Правильно, она приезжает 8-10. А что делается ночью? Не днем, в зале сошли промыли. Дальше, ведь они ездят на такой скорости, арабские водители. Вот мы думаем, я не могу решить, Стас, проблемы. Вот вы приехали сюда для того, чтобы нам помочь. Вместе с ними вы как-то можете решить проблемы. Мы этих проблем решить не можем. Так, можно по поводу туризма сказать? Значит, следующий вопрос.
Что мы хотим? Нет, я еще скажу слово. Лет показать? Последний вы. Хорошо. Что вы хотите, что мы можем показать семейству? Хорошо, у нас есть мозаика. Достижения турка. Понимаете? У нас есть собор Георгия. Собор Георгия. Это тоже не наше достижение. Что мы, Израиль, евреи, можем показать туристам? Стрельбу, автоматные очереди по вечерам, по пятницам. Езду на лошадях по городам, когда это запрещено вообще в черте города держать таких животных. А поставьте, давайте подведем туриста на улицу Михарайса. Эта улица граничит между Ганаевом и Арабской Шумной. По этой улице в субботам носятся тракторы на сумасшедшей скорости. На сумасшедшей же скорости они носятся по Ганаеву. Давайте покажем это туристам. А давайте покажем туристам, поставим их на въезд в Шхуну-Ракель. Почему туда, в эту убогую шхуну? Нет, не убогую, извиняюсь. Там сейчас она совершенно не убогая. Сейчас... Такси за такси, такси за такси. Встаньте напротив, запишите номера. Спросите, кого они везут, зачем они везут. Это мы хотим туристам показать. Приведите в порядок город, посмотрите, на что он похож. Я вынесла фотографии в интернете. Люди, которые жили в Израиле и знакомы с Лордом, говорят, боже мой, вот что 20 лет тому назад было, то и сейчас. Это же Индия. Мы сын из Индии такие фотографии привозят. Убогость, понимаете? Что мы хотим им показать? Я не понимаю, что мы можем показать. Нам надо показать свои достижения. Нам надо строить свое здание, школы, учреждения, матнасы какие-то, город поднимать. Нам надо порядок с собой навести. Два несчастных объекта, и мы хотим это. И то не наше. Понятно, спасибо. Последний вопрос. Меня все нет, знают. Последний вопрос, потому что я уже... Я самозванка, все знают, что я самозванка, я такая всегда не ожидала. Ну что я вам хочу сказать? Я приехала сюда в тот год, когда голосовали за Бенни Рэкова. Он мне тогда не понравился, потому что он вор. Нет, я приехала, и мне говорили, он вор. И что сейчас получилось? Сколько миллионов он потратил на парк Ганаевива? Девочка, скажите, кто поливал, вот эти люди поливали? Есть вопрос. До каких пор нас будут считать лохами? До тех пор, пока мы позволяем. Вопрос простой. Ответ такой. Спасибо большое за ваше внимание. У меня просто, к сожалению, нет времени. Я дал два вопроса, которые были, так сказать, монологии, а не вопросы. Поэтому, скажу, позволение. Вот так всегда с нами поступает. Когда мы открываем рот, тогда мы считаем за дурачком. Не без основания. Не без основания. Тихо! Мы голосовали за Портвинку и чтобы она нам помогала на самом деле. И в результате к нам приезжает и турист, и это, и то, а помочь городу, которому необходимо помочь. И получается. А мы голосуем каждый раз за Портвинку.